В общем, вот эти вот дорожки на базе военной, где-то вот между ними на сейчас метки. На... Так, стоп, мы в защите или как? Мы, ну смотрите, у нас есть Чадли, которые находятся на базе, охрана базы, и два блокпоста, которые едут. Ну, Все, так сказать, все, все, они не едут, умничай, не умничай, братан. но они не Ну, доедут. примерно место этих бункеров дал 5 на меток они базе. есть. Но мы не можем круги покидать блокпост. Пока фристайл не закончится. Или пока они... Нет, погоди. Пока они Да, не не войдут. придут к нам. В круги не войдут, в любой круг кто-нибудь из красных зайдет, там можно гулять. Так они могут между блокпостами пройти или на вертолетную базу, и будем мы там сидеть. Ну, они зайдут на вертолетную базу, круги разблокируются, и с блокпостов могут люди прийти. Но в прошлый раз они не доехали. Да. Потому что заминировали. Нет, потому что была засада на каждом дороге. Ну да, ну, заминировали, то есть. Ну да. И засада. А они откуда стартуют? А, с острова. С А, ну понял, понял. этого Это уже более скалистого. место. О, Ядлова, с правой частью. А, большевик. Восклицательный знак Да. поставил, по-моему, с этого. Или с этого. Нет, Но не все-таки. все же, по-моему. Два отделения там и одно отделение с леса. А насколько вы далеко поставили? Примерно метку дал, где А, они. вообще там. Теперь они далеко, я их А, это передвигаю. где они на БМПшках? А, на... или на чем могут? У них Где БМПшка. спецназ? Они спецназ. У них, кстати, Зодиак или ПКМ как? есть. Ну? Так, чуть что-то поставить только, что. Наша цель предельно ясна. Не дать им взорвать эту вертолетики. Че, подрывы сначала начали Что там, Апач или что там? Кобра вроде. Ну, просто там есть еще эти, UH. Вот их можно не охранять, если что. Слоты есть? Есть. За этих, за синих. ДВ ставить или обойдемся без ДВ? Мы все рядом, чё. Ну, только если с блокпостами связываться. Да, кстати, там не пробьют. На блокпостах КВшки ставить? Наверное. У нас, по-моему, ДВ нет. Ну да. Ну, значит, как вторая частота на реакции? Там можно Есть. не ставить. В машинках, в хамвиках вроде были ДВ. Ну, Они же тоже строй. встроены там. Да. По крайней мере, мы будем их слышать. Как они горят, кричат. Я думаю, мы услышим только взрыв. Больше ничего не услышим. Нет еще выстрела. Сначала взрыв. И громче.
Разработают? Угу. Две ДВшки я вижу. What the fuck are you doing? А? Я думал, ты бот. What is going on? I thought I'd get out. Спидер. Вулкан горит. Ай. У меня слотов всего 10. Уже потушили. Жуки от него. Он такой большой. Я, короче, в бункер. Полезу в бункер. У нас прожекторы есть, кстати. Ой, а мы что, на базе, да? Рядом за палаткой прям стоят. На связи. Слышно? Вот, так мы на вертолетной базе, да? Да. Сильно не втыкаем, они же могли приплыть, в принципе. А у них глушаки, у нас нет. Направляйте в лес, чтобы они со склона смотреть не могли. Слепило, чтобы их. Тут есть бункер с бронеёлками. Идеальное место. Откуда они не хотели найдут? Че, неизвестно. Трушки надо взорвать.
Да. Причем не все. ГП. Это я. Тупо инвы-то юзайте все, зачем? Кстати, в ПНВ карту открываете, фонарик не горит, без ПНВ горит. И меточки на себя ставьте, животные. Как говорить, что-то там они в рации. Контртап, 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 там будет. И не браться, это на кнопку TeamSpeak. ЮНГ, хватит. Блокпосты, что там у вас происходит? Не на нашей базе, это же наоборот. Я кидаю свет вокруг базы, а не в нашу базу. Мы не на базе. Мы на блокпосте. На блокпосте, окей. Нахер он на блокпосту нужен? Наоборот, я от блокпоста кидаю. Так зачем вообще кидать? Да они не придут к вам. Так они через нас идут, или чё? А, через... Они могут обойти вас в два пальца. Да, пожалуйста, так и делали. Не, ну по фану прийти можно, перестрелять вас, камик забрать. Вижу за... А, это, блин, не вижу. Это пылинка летит. Где этот ГПшечник? Все, 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 я не буду. Че так слепит, шо ли? Выключить ПНВ светло же. Ну так выключи. Я без него убегу, я вообще его убегу. Поздравляю. Так, что там кто говорил, менюшку можно вызвать? Понял. Что за меня? Да ничего не важно. М-ка с подстолами нужна кому-нибудь, там правда только 4 заряда осколка. Бастер, да не залезай, не поможет. Слип надо убрать. А нам там что-нибудь напишут, когда у нас этот фризи тайм на блокпостах снимется? Круг исчезнет. Да, будет хинт по тексту посередине, что типа враг замечен, если враг появился, ну, прочешите лес.
у них ПНВшки есть? Каркарыч, захвати вражескую рацию и им это транслируй свой звук. Я думаю, они будут рады. У них жесткие зашейки. Да. Чё делать за звуки? Я пропустил. Страшно. Каркарыч, повтори, пожалуйста, для меня. Не повторю. Я обидел. Придется Паше на видосики смотреть, чтобы узнать, что за звуки. Что репит? Ну, видимо, наши на территории базы какие-то непонятные. Две осколочные, две дымовые. Места нет, могу выкинуть в магазин. У меня рюкзак исчез, это нормально? Вполне. Тогда у меня осталось два магазина. Ты нажми на этом, где у тебя дополнительное, может он там у тебя есть. В смысле, где дополнительное? Ну, на спине висит дополнительный слот. А, нет, там у меня второй оружие. Просто... Есть, вот ты забрал. Паш, у тебя есть еще, если что, магазин один лишний в ремке? В ремке у меня 4. А, ну, если что, подашь, там пригодится. Если что, с меня снимешь. Хорошо. Это... Перестань кутился или не вошли? Да. А
понятно, что обозначает ПЗ. Триггеры два раза сработаны. А, типа надписи разные. По мне бьют, прилетела пуля. Три сосуда где-то. Да. А что ты ляжешь там, я не знаю. Я могу побежать. Ой, там домами слишком далеко, там гора. Да господи, ну перед собой киньте, переглядите куда-нибудь другое. Да, работаю. За казармами взрыв, за казармами взрыв, взорвали забор. Забор взорвали. Блин, мы не в ту сторону нашли. Бас. Это 300 азимут. Скорее всего там зашли. Может отвлекающее. Да не торопитесь, успеете. Пишите, если будут возле тебя бегать. Это студент, направляюсь к ангарам. Казарм. Они за периметром внешним, скорее всего, еще за, по забору ходят. Нет. Только захвачено. Просто что-то походу подъехал. Могу ошибаться. Наши. Может быть захвачено, не знаю. Вот это ПКМ. Спитер, ты где? Студент, ты отошел? Да. Понял. Блин, я вкурить не могу, где мы? На севере. У меня спитер пропал. Кто выключил прожектор? Наблюдаю движение около центрального бункера. Кто? Так, все, у меня не знаю. Что-то начал в последнее время, просто картинка застывает, а звук кто в ёлка? Питер. Шепот, переходи. Кто бы ты ни был, спитер был, наверное. Ты, по-моему, спитера убил. Ну, он не отзывался, прости, если что. Он в это время как раз говорил. Ну, свечку поставим. 500 метров на ущелье. Да, умер. Там же метки стоят, ё-моё. Световую отстреливать? Аккуратно. Да, это спикер был.
Топчитесь меньше. Вас слышно вообще, пиздец. Ну, Паш, просто кто без наушников играет, они думают, что они тихо ходят. Я уже студента раза 5 мог убить, просто на шум выстрелить. Но я переспрашивал. Продолжает казарму взрывать. Кайф, наверное. Мы уже можем, да, территорию покинуть? Что делать? Территорию покинуть уже можем, да? А зачем нам ее покидать? Прочесать только лес? Срандомить, да, можно, можно. Там триггер отталкивающий был. Не, это, не убивающий. Я до леса пойду. А у меня тут кто-то кряхтит. Юго-восточных казарм бегает ангаров. Сейчас направлюсь сюда. У меня тут кто-то вообще ходит. Как ты видишь, у тебя же нет. Ты же сам в центре чисто. На углу. Черт. На западе, западный, самый западный, юго-западный этот ангар. Там чувак. За ангарами, за ангарами. Юго-западный. Это вообще западный получается часть. Западный. Я, по-моему, Мазду не клубил. Есть минусы. Сейчас схожу, проверю. Так, метка красная на нас, синяя на врага. Сейчас. Вот
это я от волнения забыл. Ой, ну его нафиг, не буду проверять. В смысле, у тебя я только что сейчас огонь открывал. Может, он тебя законтачил? С этой стороны забора был тип, я выстрелил. Убил одного. С внешней? Да-да. Кто-то идет. Это было здание? Вот это. Блять, студент. Студента я пришиб, похуй. Сейчас мне прилетит. Он еще без сознания лежал, ему такой фу-фу. Было с дочерью. Я тут валом разжился. Я кресом душитель. Где-то бьет глушак. Дичь. Кто это был? Студент? Студент? Нет, нет, нет. Уже давно. Да, студент я, походу, пришаманил. Нет, меня репит убил, да-да-да. Я не знаю, меня, по-моему, свои расстреляли, там синих не было. Что-то там на контрадерос матерились. Это Еврыш был, это Еврыш был. Ну, кто-то говорил контрадерос, ну, типа, фиг узнает. За... То есть нас всех потихоньку бесшумно слили, как я понял, да? Типа, ну, потому что их было больше. Их больше было. Угу. Я, короче, слышу, что кто-то зашел в ангар с коброй, и мне тут просто расстреливают голову. Понятно. Да там можно было вертолет сесть, в принципе, сидеть, не палец. Он что, не пробивается? Ну, кобра, она, в принципе, свала, я не знаю. Если совсем в упор подойти, я там долго-долго носила, наверное, может там. А это честно? Честно. Вертолет открыт. Вертолет открыт. То есть можно. Как ворон тогда сидел на авианосце в мишке. Удастся ли Каркарычу сейчас запилить смерть? Запилить смерть.
Не, с Мишкой это как бы... А он знает, он как будто знает, что кто-то рядом. Не убить чувака. Он там АВ стрелял, потому что. Он убил... сидел один из всей команды и просто стыбал. У меня по земле вообще закопанного. А подошел... Это Аздоника я убил или КВ? Что-то я так и не понял. Аздоник. Все, АВ видит, АВ знает, он слышит. АВ, да. Головой щурит. У него позиция хорошая. Ноги увидит, все, отстреляет. Отстрелит. К ему шаг сделать, встать и свой. Сейчас он его отстрелит. Угу. Пах-пах. Да елка закрывает, скорее всего. Каркар сейчас выйдет, вылезет, все, сейчас его убьют. Да. Да. Я как-то в пол смотрит на него. Кто? Может, он отошел АВ? АВ нет, он... Вова, двигается, АВ. Ой, бля! Так, он не увидит. Там елка просто. Да, там видно его, он как... Тебе их сюда, от первого лица включить, там видно. Да, я от первого и смотрю. Там вот сквозь листу маленький... Да, блин, в упор сидит. А он не стал стрелять, видимо, через елку. Тоже спорный момент. С гушаками, я не знаю. Что тут спорный момент? Кого он засветит вообще? Непонятно. Все. О, боже. Ну, как так? Побежал, потому что. Да. Жадность сгубила меня опять. А, ты же его видел, да, хотел вообще подтащить, да? Подманить еще. Подождать. КЗ, можешь сказать, что проблема? Потому что, смотри, зависает картинка, а звук идет. Видеокарту, наверное, или драйвера подновили, или что-то, я не знаю. Все, последнее обновлял. Это началось вот вчера. Вчера началось. Набери, попробуй этот Shift минус фуш набирать в этот момент. Escape нажать, Shift этот. Да, видеопамять. Может быть, я не знаю. Такое бывает, когда вот зависает картинка, если фуш сделать. Что еще? Что сделать, если нужно нажимать? Shift минус и минус на нампаде, который минус. Shift и любой? Просто печатаешь фуш. Там ничего не появится, просто Shift минус, потом фуш. Да. Что-то сделалось, непонятно. Как комнату собралось? Ладно, он не должен был загрязниться. Так, кочегар взрывает вертуху. Блин, их всего-то осталось. Жалко так умирать. Ну, я боялся, что будет очень большой скачок. Что случилось? Минус. Да, оборвание. Дебланс, все. Блин, даже не посмотрел, кого я убил. Я убил Аздоника, наконец.